Ребята, всем привет, с вами Александр, такая прекрасная картинка дракона Деко, которого я не вывожу, которого особо смысла сейчас выводить нет, потому что у нас есть другие, более важные дела. Так, давайте вот это вот сделаем. У нас идет акция. Я сменил немножко комбинацию, сейчас вот у меня вот такая комбинация. Лава плюс земля, здесь дракончики такие по полтора часа, по часу попадаются. Ну, вообще-то просто не хотел искать комбинацию там, какая комбинация дает нам сразу 4 часа, чтобы, или 6 часов, ну, как бы более гарантированно, чтобы сразу получать максимум баллов. Но может сегодня, после этой серии, короче, займусь этим вопросом. Так, сейчас мне нужно поставить что-то, мультипосадка, ну, на 2 часа, потому что времени у меня уже как бы нет, сегодня вечер. Так, ну все, я тут выполнил, скрестить драконов частично выполнил. 6 минут, ух ты, ё-моё. Отлично. Тогда давайте сейчас мы пойдем куда? Ну, потратим то, что есть. Вот, откроем сундучок. О, мы нашли ключик, вообще шикарно. Ты не знаешь, что это за ключ? Элиза. Наверное, он приведет нас к пирамиде дракона Ра. Нужно как следует подготовиться. О, дракончик пальма мы получили. Шикарно. Так, и это хорошо, что вот за 6 минут мы перешли на следующий уровень. Хотя, в принципе, уже без разницы. У нас уже... Подожди, нет, у нас по 400. Или по 400 еще дают. Сейчас уже, может, по 600 будут лимиты. Завершено, завершено. 100%, здесь 45%. Посмотрим. Ну, вроде как идем нормально. 4-5 дней должны пройти дальше. Вроде как это легкое подземелье. Тогда сразу заходим сюда. Генрих, что ты здесь делаешь? Я же просила тебя никогда не попадаться мне на глаза. Ну да, ты что так такое говорила? Но по моим подсчетам, сила дракона Ра практически неосязаемая, если мне удастся его приручить. Ты не посмеешь. Так, ух ты, прикольно. Такая вот у нас... Ой, я даже не знал, что их можно вот так вот потрогать. И она будет вот так вот прикольно делать. Так, ну этот раздаркивает нам дракона-крокодильчика этот уровень. Это меня радует. Так, ну балла у нас немного. А, так это мы путь сейчас легко пройдем. Неужто ли может успеем его пройти еще до окончания таймера? 6 минут. Блин, что-то я тут болтаю, надо поскорее поспешить. Может, это имеет смысл? Может, на этом уровне по 400 очков дают, а на следующем уровне дают уже больше. По 600, например. Как говорится, я теперь за кадром играю. Ну, все очки, которые есть, я трачу. То есть, как получается? Потому что я не буду повторять своих ошибок. Когда я пытался накопить как можно больше баллов, чтобы там на видео вместе с вами... Блин, ну не хватит нам. Это печально. Здесь не хватило совсем чуть-чуть. Ну ладно. Ну потом еще 600 понадобилось, чтобы открыть вот эту штуку. Ну и ладно. Ну и ладно, ребятки. Ну и ладно. Так, ну дракон, матриарх, конфетка Минотавр, все знаете. Дракон Деко писал, смотрите, видео по нем. Так, это мы собирать ничего сейчас не будем, через 6 минут... Точнее, уже через меньше, чем через 6 минут у нас появятся новые таймеры. Так, это мы собрали. Тут у меня много кубков. Ну что, давайте сразу и попробуем, в принципе, пройтись. Нет, это уж слишком много. Как-то вот так нужно. Давайте нападем. Посмотрим, получится или нет. Так, легендарный дракон Усач. Так, вот это плохо. У меня нет вот тех моих любимых усилений. Блин, сейчас я потрачу всех своих слабых драконов. Что поделаешь, что поделаешь. Ну, если он один, то это не проблема. Но если их два, то нам хана.
Так, чаровница, до свидания. 43-й. Это будет больно. Но меньше половины жизни это радует. Это радует. Так, ну здесь с одного удара должно быть. Гипноз божественный наш. Да, божественный почему-то обозначает буквой D. Блин, ну это печально, ребята. Все, приплыли. Ничего мы здесь не сможем сделать. А вот... Но никак. Выживет. Да. Ну ладно. 670 кубков это, конечно, много. Ну для... Для своей слабой комбинации это... Это много. Ну, давайте вот так вот делаем. Беру самых слабых, потом нужно мне потом просто их потратить на сброс кубков, так сказать. Ну, погнали. Это, не, блин, прикольно будет, если это сейчас будет более легкий. Чё-то мне кажется, что противник этот более легкий. Так, дракончик весна, это все легко и просто. Ну, 37-й на столько звезд это проще, чем 43-й на 2 звезды, наверное. Хотя нет. Уже два таких довольно сильных дракона, которые по силе равны моему тигру. Хотя нет, подожди, у меня тигр же на все звезды заколдован. Ну, кто его знает. В общем-то, не шибко легкое это было дело. Так, давайте тогда мы что еще сделаем? Сейчас мы пойдем... Уже 6 минут прошло, я так понимаю. Заглянем вот... Не, не сюда, а вот сюда. Соберем. Что у нас тут по таймерам? Готово, готово, готово. Гнев дракона нет. Выполните задание клана. Отправьте друзьям подарки. Это всегда пожалуйста. Трам-пам-пам-пам-пам. 5B0F59, или как там у меня звучит мой код. Вот так вот как-то кому-то рандомайзером отправляем подарки. Раз сегодня я еще их не отправил. Так. 5B0F59. Ребята, добавляйтесь, друзья. Так, а у нас что? Ну уже все, начался таймер. Начался таймер. Да, начался таймер. Еду я уже поставил. Собрать золото. Ну что, давайте сейчас будем собирать золото. Что поделаешь? Так, мышка, мышка, мышка. Как там надо в эмуляторе покопаться? Ну вот, легенды дракономании не считают, правда? Использование эмулятора, что это читерство. Здесь даже, я бы сказал, это не читерство, это самобичевание. Здесь неудобно играть мышкой. Так, а у нас тут дракончик Анубис. Вот, у нас осталось качнуть ему стихии. Ну, я просто посмотрю. Скорее всего, я буду брать вот это великое благословение. А здесь, по-моему, вообще без вариантов. А, я уже улучшил. Пугающее безмолвие сюда поставил. Ладно, это я поставлю тогда точно. Проверю, какую божественную стихию лучше взять. Ну, там, либо ты получаешь 60%, да, либо все твои на три хода, либо твои три дракона получают там бонус к здоровью на один, ну, на один ход. Все три, но на один ход. Так, не помню просто точно. Лучше, короче, я лишний раз перепроверю, так сказать, ребята. Так, давайте сейчас саламандру накормим. Так, кормлю двух драконов на 7 уровень и удаляю их сразу. А, не посмотрел, какие сейчас лимиты. Ладно, давайте покормим тебя повыше. Не обратил внимания, по 400 или по 600? По 400, что такие слабые лимиты, что не по 600? Ладно, так, у меня, по-моему, еще здесь где-то один слабый дракон болтался. Да, вот здесь у меня болтался дракон слабый.
Так, все. Там можно его сразу продавать. У меня их слишком много. Мне приходится с инкубатора даже продавать некоторых. Так. Этого я посмотрю. Рекламку ускорится он на полчаса. Так, почему не появилось ни одной летающей твари до сих пор? Вот твари немножко как бы напрягают. Так, вот это тоже нужно посмотреть будет. А, вот у меня еще тут дракончик гуляет. Да еще вот где-то, по-моему, здесь где-то был дракончик мой, какой-то слабый. А может и нет. Нет, роллер, я не про тебя. Ну, надеюсь, нам этого хватит, чтобы пройти вот тут, вот туда, вот туда. Так, собирать золото. Ну, собрал половину. Еда попозже. Битвы это нудно. Ловить пока что некого. $592. А нам нужно... А, всего лишь 100. Тю-тю-тю-тю. Так. На кону твое и мое будущее. Дракончик-крокодильчик. Ух ты, прикольненько. Это всегда радует. Получил два дракончика за одну серию. Завершено. Так, легко я получу. То есть вообще это изи. Вот такие вот и должны быть подземелья, чтобы все мы могли пройти его без проблем. Тем более, опять же говорю, что я по будильнику все не делаю, я ночью сплю и много чего пропускаю. Но я, скорее всего, пройду все здесь на 100%. Ну, практически 100%, что я пройду все на 100%. Черт, я пропустил. Когда порядок восстановлен, дракон вновь на пьедестале. Кто-то слишком много метафор. Выходит, если мы поможем дракону Ра вернуть свою силу, все снова вернется на свои места. Красивая арена. Ну и давайте закончим эту серию сражением с драконом Ра. Дракон Исида, ты поможешь нам привести дракона Ра в чувство? Надеюсь, она знает, за кого мне придется выйти замуж, если мы проиграем. Ставка слишком высока, Ария. Ради всех нас давайте вернем миру прежний порядок. Так, это круто. Классно выглядит дракончик Ра, хочу себе такого. Хочу и, скорее всего, получу. 100%. Ладно, получим его, ребята, получим. И будем качать его, наверное, не дракона Анубиса. Но дракона Анубиса я уже все стихии прокачал. Прокачаю. Так, ну здесь одинаково далеко идти, да, что туда, что туда. Ну, давайте пойдем. Хотя, может, этот прямой путь быть более коротким. Хоть он, типа, и дороже. Ладно, давайте прямо пойдем. Ну, нам ходить нечем. Сейчас у нас очки закончатся. Но тем не менее. Вот такие вот, в общем-то, были у нас дела, ребятки. Не забудьте поставить лайкосик под этим видосиком, чтобы новые видосики выходили как можно чаще. О, появился первый летающий скоробейчик. На этом я с вами прощаюсь. Буду смотреть рекламу. До скорых встреч.